Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гордей Фокси, и кто-то сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите привет. Всем привет. Сегодня у нас продолжение рубрики «Какой аниматроник самый крутой?». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Первый у нас спилпак идет, Five Nights at Candy's 2, 2, то есть. Первый так, как его зовут? Кэт. Кэт. Какой-то он... очень, он прикольный, металлический, и болты у него везде. И нога какая-то очень прикольная. Так, что он вообще может? Он может на Ctrl нажимать? Ну, ты он может, да? Ctrl он ничего не может. А вообще быстро бегает или так и бегает просто? Во, кстати, вот эта скорость у него нормальная. Надеюсь, ребята, вам понравится. Вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Вот, в принципе, вот так вот идет. Ну, нормальная скорость. Да так просто. Слишком ленивый. Да. Ну, звуки издает. Да. Какие-то блюющие. Мочи. У него очень крутой скример, кстати. Даже не ожидал, что у них скримеры такие крутецкие. И на этом Кэт себя исчерпал. Так, Ред. Раш идет Ред. У него кусок уха нету. Отгрыз кто-то. О, Фокси. Так, что он еще может? Он может издавать такие же звуки. Так. На Ctrl он также ничего не умеет делать, кроме как замедлить. Уши у него прикольно двигаются. Угу. Идет, в принципе, медленно. Бегает вообще как бешеный. Он очень быстрый, кстати. Бешеный. Вот. На пробелы может издавать такие звуки. А, как будто телефон, да, набирает кто-то? Да. Ну. И может делать... скример. Че? Чё, ничего? А, ой, вот. Тоже прикольный. Такой у нас злобный медведь. Дальше у нас идет Wizard Blank. Это знаешь, кого на... напоминает? Не манекена какого-то. Согласен. На Ctrl также замедляется, как обычно. Очень примерно идет. Уже... идет уже с каким-то скрипом. Тащит. Они вообще какие-то ногу. Старые, их смазывать надо все. Такс. Вот. Бегает он, ну, средний, я бы сказал. А на F может только телефон издавать. И все? Да. Ну ладно, давай скримачок его посмотрим. Убил меня вообще в какой-то темной комнате. Так, следующий у нас идет Wizard Candy. Candy. Самый оригинальный аниматроник. Ну есть еще там ходить. Целый он. Да. А, умеет, ну, да, быстренько бежать. Я даже быстрее тебя бегаю. У тебя, вот. Знаешь, у тебя одна рука, как у Терминатора. Ага. Умеет такие же звуки телефон. Галстук порванный. Но на пробел ничего не может. А мочить? А, нет, на пробел маленькая музыка. Слышу, да, этот звук. В хоррорах вот. Такие звуки используются. Воу. Может только мочить, все. Кстати, анимация там, где ихняя пиццерия. Там убивает меня всегда. Так. Дальше идет Wizard Chester. Такс, понял. Какой-то бешеный. Он очень ходит, крутой. Он, ну, ходит быстро, кстати. Где бегает... ты без шифта? Да, без шифта. А с шифтом? Шифтить? Он не умеет шифтить. А, он всегда вот бегает именно. Быстро. Да. А с контролом быстро бегает? На F ничего не может. На пробег... Так. Тоже ничего не может. Умеет только мочить. Ну и то, в принципе, неплохо. Так, следующий Wizard у нас идет. Сэнди. Кинди, да. То Кэнди это Кинди. Пробел умеет музычку какую-то такую тихую издавать. Такс. На F может опять же телефон издавать. На Ctrl умеет очень сильно замедляться. Да, реально медленно ходит. Ходит сама медленно. И. Бегает, ну, относительно быстро. Нормально, пойдет. И может мочить. Мочи. Только, кстати, не на расстоянии. На меня. Угу. И так. Последний. Скример Wizard... пропадает? Нет, скример не пропадает. Wizard Penguin. Пингвин. Так, сейчас беру анимацию. Есть. Чили-пиздрик. Точно, что чили-пиздрик. Так, у пингвина очень противный скример. Ну, давай сначала
Че, он просто какие-то... Как будто заведенный такой вот звуки издает. Еще и боком умеет может ездить. Чуть-чуть шифтить умеет. Ну, ага, вижу. Добавляется мало скорости. Че еще? На пробел ничего абсолютно не может. На F он может издавать какие-то звуки. О, я слышу. На Ctrl ничего тоже не умеет. И все. Ну и вот такой вот прикольный скример. Все. Все. Так, следующий у нас какой пилпак будет идти? Фреддис. Правильно. Фредди Рэп Рандер. Есть такая вот карусель. Да, кстати, вот я сам не понимаю, почему эту карусель сделали пилпаком. А что она может вообще делать? Она... О! У нее есть две стадии. Первая выключенная, вторая вот такая. Прикольно. Мне нравится. А можно сесть? Вот. Нет, нельзя. Есть так. Телефончик. Телефон. Он на пробел умеет. Ага, я понял. Вот. На Ctrl ничего особого так... А, он еще... А, нет. И ходить не умеет? Нет, ходить ты он точно не умеет. Чуть с телефоном жалко, походить тебе чуть-чуть. Он не умеет. Вот, на F ничего тоже не умеет, и все. Дальше идет Shadow Chica. Во, она очень крутая, она такая какая-то стрёмная. Mm-hmm. У тебя шипение в глазах прям. Телевизор, короче, не ловит. А что это странный какой-то у нее скин? Я первый раз только вижу черный. Это Shadow Chica. У нас таких еще ни разу не было. Это ты стартуешь бежать или что? Да. Куда собираем? Ого. Побежала. Она вообще тихо ходит очень, ее даже не слышно. И звуков никаких нет. Нет никаких? На F может что-то издавать. Да-да-да. На пробел тоже может что-то издавать. Может телепортироваться, кстати. А на правую кнопку мыши? На правую кнопку мыши может пропасть. Во, может эти тоже были невидимыми или нет? Ты не проверял? Нет, они не. Я понял. Класс. Сила исчезает как-то с мальчика, а потом умирает мы. Прикольно она убивает. А ну еще разок. Подожди, мочкани мне еще разок ей. Офигеть. Болти так прикольно разложился. Так, дальше у нас... Мангл. Идет ржавая манга. Ну или просто манга. Кстати, она что такое? Ну не сильно прям конченая, наполовину только. Это ты с контролом идешь? Прикольно. Да ноги ржавые очень. Нет, как обычно, мангл ползти. По потолку можешь лупануть? Нет, не могу. Может аниматроников сделать, что по потолку будут лазить? Все-таки мангл должна лазить. Так, и все. Нет. Умеет просто обычно ходить так же, как и в присядке. Так. Умеет бежать. Побежала. А, на F умеет что-то произнести. Слышу. Вот, на пробел ничего не может. Стадий никаких нету, и на этом она себя исчерпает. А мочканут меня. Да, всех сразу убил, красава. Молодец, приветствуется. Так. Дальше у нас идет Той Бонни. Красава. Это у него не злой режим, то есть просто как специалист утром может отключаться на Ctrl. Вообще замирает полностью, даже никаких движений не издает. На F ничего не происходит, так же вижу. Как и на прибе. Так. Хвостик вот. У него такой шар белый на жопе. Чё еще? Все? Это другой режим? Это вторая стадия, может... Нет, не может никаких абсолютно звуков. И а может он быстрее бегает? Может ползти. Прикольно. И может бежать. Кстати, довольно-таки быстрый Челикс. А в той стадии быстро бегает? Тоже. Не совсем. Одинаково. Можно сказать и так, да. У него гитара так резко пропадает. На. Дальше идет Чика. Точнее, Той Чик. На пробел ничего не делает. Понятно. На Ctrl может, как обычно, отключать. У него такой прикольный хвостик. Три перышка торчит. Есть вторая стадия. Во! Вот это, кстати, режим очень прикольный. Она сейчас должна быстро бегать очень. Смотри на хвостик. Я вижу. Она злится. Хотя не одинаково бегает, как и в тот раз. Так, оно... Может произносить. Слышу. Мочи? Не?
Так, скримеров нету этого пака. Мы вообще его случайно нашли. Я перед самой записью знал, что не хватит аниматроников, и нашел его. Реально, крутой, прикольный. Дальше идет той Фредди, который может на... Так, мужичку. У него бантик. Прикольный такой. Необычный. Так, так, вот. Так, давайте на тут пробел. Посмотрим. Он может что-то произносить. Он такой жирный вот. Какой-то по сравнению с обычным Фредди, да? Какой-то толстяк. Прям пузо у него такое. Фредди есть, толстяк. Есть второй режим, злой. На пробел он умеет также произносить что-то. И может очень медленно бегать. Это его бег? Да, это его бег. А без шифта? А вот, ходи... вот ходи. А в другом режиме как он ходит? А, в другом режиме он ходит вот так вот, бегает. Одинаково? Да. Ну давай, мочи. Отлично, пойдет. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!